17-этажный дом на Народной 36 сдали в начале марта 2019-го. По словам жителей, застройщик обещал им детскую площадку, благоустроенную придомовую территорию, пандусы около каждого подъезда и тротуарные дорожки. Так, игровая зона появилась только после коллективного обращения жителей и резонанса в социальных сетях. Буквально за 2 дня нам поставили вот это, всего 2 скамейки. Комплекс, где не предусмотрена игра для детей уже более взрослого возраста. Дети падают, об камни разбивают щеки, носы. И мы тоже как бы задаем вопросы, ну когда хотя бы что-то уберут вот эти вот колдобины. Сейчас жильцам нового квартала поставили новые сроки благоустройства – 10 июня. К этому времени должны положить асфальт и ввести в эксплуатацию детскую площадку. Несмотря на то, что многие заселились совсем недавно, есть претензии и к работе коммунальщиков. По нему нереально подняться, не видит. Чуть-чуть там ниже. Вы не видите, чуть-чуть вы приезжаете? Ниже. А потому что у меня ниже. Двое детей, одной 2 года, другой 4 месяца. И как я должна с ними подняться? А инвалиды? Почему электроэнергия на ОДН идет тариф выше, чем даже, допустим, на обслуживание электроэнергии в квартире? Попросили у друзей квитанции из рядом стоящих высотных домов, где также электрические плиты, 0,40 копеек, есть там 0,70, есть 2,06, но никак не 3,06. Цены у нас на ряд дешевле, чем, допустим, в других компаниях. Это тоже 1000%, я говорю, за свои слова отвечаю. Если я сейчас установлю график к 3-му подъезду, во вторник в 5, как вы говорите, начнутся теплые полы. Либо за счет горячей воды, либо за счет отопления. То есть и этот момент мы можем не учесть, не увидеть. Поможет ли застройщику отсрочка выполнить обязательства, наша съемочная группа узнает 10 июня. Обеспокоенность жильцов объяснима, ведь в Оренбурге есть ряд громких примеров невыполнения застройщиком своих обещаний. Так было и с домом на Пролетарской, где предусмотренные по проекту детский сад и школа не появились до сих пор. Или на улице Транспортной, где выполнять обязательства перед жильцами застройщик начал только после привлечения СМИ и депутата. Анастасия Клёс, Анна Росса, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.